в рамках председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества. В Ташкенте состоялось четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС, в ходе которого главы делегации в открытой и дружественной обстановке обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Это мероприятие было запланировано в прошлом году по инициативе нашего президента. Особый акцент был сделан на актуальном сегодняшний день, значит, вопросе. Это противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Состоялся конструктивный диалог и брейнсторминг по ключевым вопросам международной и региональной безопасности. ШОС стало важным субъектом мировой политики. Были рассмотрены пути взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в сфере противодействия терроризму, экстремизму и совместной борьбы с транснационально организованной преступностью странами-членами данной структуры. Мы сегодня дали и законодательные предложения. Интернет-мошенничество, оно совершается на территории, возможно, одного государства, а жертвами, потерпевшими могут граждане другого государства. И мы должны адекватно реагировать, то есть принимать меры. Могли. И вот эти вопросы мы как раз обсуждаем и думаем, экспертные группы, рабочие группы, которые будут созданы, они потом доработают и внесут предложение, чтобы идентичны были подходы к выявлению, раскрытию, расследованию этих видов преступлений. Современные требования в разрезе политической обстановки на международной арене требуют детального рассмотрения складывающихся тенденций, среднесрочных и долгосрочных перспектив, активизации взаимодействия в рамках ШОС на уровне министерств внутренних дел и общественной безопасности, что для каждого участника приоритет. Подписывается протокол совещания министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Те договоренности, которые сегодня были подписаны, я уверен, что к их реализации мы приступим незамедлительно. Мы со своей стороны отмечаем, что именно работа в рамках данной организации, она очень продуктивна, потому что обсуждается весь спектр тех проблем, которые существуют во всех странах практически ШОС. И мы готовы также, Республика Беларусь, в этом принимать участие, делиться нашим опытом. То состоялись, значит, двусторонние встречи, где стороны обсудили вопросы региональной безопасности. В рамках двусторонних встреч было подписано соглашение между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Кыргызской Республики, а также меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Узбекистана и Ирана. Стороны договорились совершенствовать деятельность международного сотрудничества в розыске преступников, в обмене опытом, проработать вопросы обмена кадрами, изучить положительный опыт Китая, России, Беларуси, Индии по борьбе с киберпреступлениями. Министры внутренних дел единодушно подчеркнули важность открытого диалога и практического взаимодействия в сфере противодействия транснациональной организованной преступности в соответствии с принципами шанхайского духа.